Всем привет! Дальше начинаем тестировать препараты. Сегодня нам попался препарат под названием Уфанон Супер. Кто-то говорит, что он хороший, кто-то говорит, что он плохой. Конкретно будем сейчас его тестировать на тараканов. Наблюдением смотрим, что он белого цвета. Мало такой вот белого цвета. Вот такой. Посмотрим, как он себя поведет. Сейчас мы маленько возьмем. И намажем. И посмотрим, как он себя поведет. Будет он у нас работать или нет. Ждем 2 часа. Высохнет. Выпустим сюда таракана и посмотрим, как он супер себя поведет на таракан. Прошло 2 часа. Уфанон Супер высох. Скажу, что запаха нету никакого, не воняет. Сейчас будем выпускать. У нас 5 бойцов осталось с общежития. Сейчас посмотрим, как они себя поведут. Да, 5 бойцов. Выпускаем и смотрим, как они себя поведут. 3, да, 5. То есть, ну, они начали энергично бегать. Сейчас посмотрим, насколько их хватит. Как препарат будет себя вести. Ребята, Уфанон Супер. Средство инсектицидное. Назначение для уничтожения синотропных тараканов, блох, тараканов, мух, муравьев и комаров. Производство Дания. Срок годности его 2 года. Показал себя с хорошей стороны. Вот смотрите, прошло 2,5 часа. Все трупы валяются. Все 5, все трупы валяются. Все тараканы. Нет, ну еще лапками там дергаю. Доза была вообще маленькая. Расхода здесь не написано на бутылке. Я не вижу здесь расхода на бутылке. Но сделал маленькую дозу вообще. Сделал каплю. Каплю намазал. То есть здесь вот нету, я не вижу. Вот так себя повел. Уфанон Супер. Все вообще валяются, вообще все. Так что вам решать. Стоит, не стоит вам им работать. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.